Красочные костюмы, интересные хореографические номера и, конечно же, песни. В их копилке более 300 побед. В этом году образцовому театру эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» исполняется 10 лет. Сейчас в составе труппы 40 детей. Сольный концерт дадут 28 января в Курчатове. На репетиции побывала Ольга Еремина. София Мурчукова музыкой занимается с 4 лет. Признается, каждое выступление как яркая вспышка. С морем эмоций, восторгом и зрительскими овациями. В репертуаре юной певицы есть зарубежные песни. I see skies of blue and clouds of white. Театр песни частенько выезжает на конкурсы. Творческому человеку адреналин жизненно необходим. Так однажды выступали на фестивале перед самим Кобзоном. Конечно, было волнительно, когда мы вышли на сцену, мы открывали концерт и увидели этот огромный зал. И просто сначала очень, волнение просто все перепряло, но наоборот это вылилось прям в такие эмоции, которые невозможно подделать, а они только из глубины души выходят. На гала-концерте выступят ветераны. Так льда называют Юлю Бернштейн. Она покоряла своим голосом слушателей с самого основания театра. Он, по мнению девушки, лучшая школа жизни. Потому что здесь, помимо того, что мы учимся петь, у нас еще очень много человеческих качеств закладывают наши руководители. Учат быть, самое главное, наверное, учат быть добрыми и стойкими. И уметь добиваться цели. Пленить песней зал и погрузить слушателя в таинственный мир музыки. Образцовому театру эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» подвластно все. Ближнее Черноземье охвачено полностью. Москва, Санкт-Петербург, Крым. Наша выпускница участвовала в детской новой волне. Она же потом победила на детском голосе, на самом первом. Это Алиса Кожикина. Это наши дети, так сказать. Ну и помимо нее мы каждый год принимаем в конкурсах участие в большом количестве конкурсов. Костюмы, декорации, световые эффекты. К юбилею подготовились основательно. 25 красочных номеров. Звучать будут и сольные песни. Концерт называется «Дорога без конца». И правда, глядя на сцену, понимаешь, их творческий путь только начинается. Ольга Еремина, Денис Федорков, телеканал «Семь».